Здравствуйте! Сегодня 17 июля. У нас продолжает погода быть такая непонятная. То солнце, то облачно. Но у меня вот тут в беседке хорошо. Солнечные лучи уже такие непрямые, как были. Защищенные мои кактусики чуть-чуть. И мне это нравится. И не только кактусики, но и я. Так, вот этот отцвел. Он цвел ночью. Я его не ждала. Я вам уже показывала. Решила не снимать больше. Так, давайте вот так вот пройдусь, покажу. Ну, хорошеют, хорошеют. Некоторые, вот видите, как дождик. Чуть-чуть погода наладилась. Они сразу такие вот позеленели. Такие вот тверденькие стали, хорошенькие, набирают так вот силы, скажем. А так они были такие вялые. Вот, вот этот, смотрите, какой хороший. Ух, как он хорошо растет. Ну, я отдельное видео как-нибудь уже сделаю про них. Это каланхоэ, так? Чтоб не забывались. Так, что у нас тут? Ну, все как есть. Все как было, как вчера, как во вчерашней серии. Все нормально. И давайте я вам покажу, что цветет сегодня. Ну вот, расцвел сегодня турпеникарпус. Вчера еще у него были цветочки закрытые. Сегодня открылись. Красавица, две вместе. Уже какой раз тоже цветет он. По счету вот такой вот неженка, очень нежно розовый цветочек, светленький такой, розово-беленький. А вот этот вообще постоянно цветет без проблем, тоже уже второй день. Так, вот этот уже раскрывается, третий день. Пародия. Кстати, я вам забыла сказать, Это цветок с запахом, и у него очень приятный запах по сравнению с эхинопсисами. Цветами эхинопсиса они тоже пахнут, но у этого запах прекрасный. Знаете, я посмотрела, как название. Есть тут такое растение, называют его ясеми. Вот этот запах у этого кактуса похож на ясеми, а ясеми в перевод джасмин. Вот если вы знаете, какой запах жасмина, вот этот вот цветок пахнет так. Ну, конечно, не так резко, так вот сильно, но запах вот жасмина, точно. Очень мне нравится, подхожу, постоянно нюхаю. Третий день молочина. Спасибо тебе большое, мой хорошенький. Так. Ну, кактусы чуть-чуть изменились. Есть маленькое изменение. Заметно. Смотрите, что я заметила сегодня. Ну, кроме того, что растут вот такие вот. Вот тут вот. Это сенесио. Растут вот такие вот новые побеги вот тут на макушках. Смотрю, что-то горшок стоит неровно. Что-то он чуть-чуть, что-то его снизу как будто толкает. Я приподняла. Сейчас так постараюсь аккуратненько. Подняла, и смотрите, что у него внизу. Видите? Он с дырочки почему-то снизу дал вот такой вот росточек. Нет бы сверху, что места нету ему расти, есть. А он решил снизу с дырочки. Вот такое вот бывает. Так, ставим аккуратненько на место. Вот тут у некоторых вот уже колючки активно развиваются. Смотрите, какие свежие колючечки. Вот он отцвел, чуть-чуть постоял, пришел в себя и начал вот активно расти. Вот так как-то. Так, спускаемся на полочку ниже. И смотрите, что у меня зацвело. Наконец-таки. Вчера он был полуоткрытый. А сегодня он уже открылся полностью.
Астрофитум астерец гибрид. Вот. Малышек маленький, вот такой вот он масенький, посмотрите. В том году я его покупала с бутоном, но не увидела раскрытие. Было такое быстрое раскрытие цветка, и не успела заснять и увидеть. А в этом году мне повезло. Правда, камера показывает его почти таким белым, а он чуть-чуть желтее, такой вот бледно-желтенький цвет. И сердцевина у него такая вот темно-розовая. Сейчас вот я так приблизу, посмотрите, как красиво. Все тычиночки собранные в кучку, и снутри выходит этот пестик, торчит, так интересно. Потом, наверное, эти тычиночки раскроются, будем смотреть. Интересный цветок. Хотя астрофитумы, они и без цветов красивые. Очень интересные виды, они сорт кактусов. Такие красивые, у них такая кожица, у всех разная. Очень-очень красивые. Так что, вот, красавчик, красавчик. Спасибо тебе, дождались и твоего цветения. А вот этот малыш, смотрите, он совсем не отстает от... От того цветочек даже крупнее. Посадили мы его, напоминаю, только осенью малыша крохотного. И он уже вон цвел, опять цветет и будет цвести. Но такой легкий филококтус. Тоже светло-желтенький. И у него уже серединка красненькая. Красавчик, да? Вот. Вот этот возле тоже, смотрите, бутоны какие, ну скоро-скоро. Ну даю ему 2-3 дня, они вот так вот могут стоять, а потом резко раз и дать. Так, тут все как есть. И переходим на нижнюю полочку. Вот третий день сегодня раскрытая вот эта вот, как ее... Ой, не придет в голову название. Лобивия. Вот, лобивия. Видите? Мне кажется, сегодня все. Последний день ее цветения. Такая вот у нее толстая, видите, ножка. Мощная такая, крупненькая, толстенькая такая. Крупненький цветочек. И вот я до этого пошатнула семенную коробочку. Она с места сошла. Вот она созрела. Она созрела, так что у меня теперь есть семена и ее. Кажется, внутри не пустая. Что-то есть, что-то есть. Ну, это я все буду открывать, смотреть. Даже у желтенького вот тут есть семенные коробочки. Вот тут я тоже смотрела внизу, вот тут лежат. Там чуть-чуть в них есть. Немного, но есть. Очень хорошо. И вот этого розового тоже вот я вот сняла. Два. Тоже уже созрели семенные коробочки. Вот, хамоцериус и розовый собрали. Ну, красного я уже собирала, вот еще есть. Так, тут что у нас сегодня собирается цвести? Вот этот эхинопсис. Вот оно, красавчик. Он у меня цветет первый раз. Он у меня еще не цвел. Видите, у него цветоносы совсем зелененькие. Прям вот зеленые-зеленые. Вся ножка и бутон все зеленое. Хотя вот этот вот, скажем, и сейчас вот перейду на вот этот вот маленький. Один сорт эхинопсиса. Но вот есть маленькие разницы. Видите, у него ножка совсем другая. Цветом. Этот уже отцвел. Он ночью сегодня цвел тоже. Он уже закрылся. Вот. А еще. Вот этот вот красненький открылся, недоразвитые цветочки такие. Но не все так плохо, потому что, когда я вам показывала, вот несколько, 2 дня назад, да, цветочек был маленький, невзрачный, а вот на второй день он был крупнее, сегодня третий день он еще крупнее, так что и они будут, наверное, каждый день крупнеть, цветочки. Не все так плохо. Так, и все. А, нет.
Давайте вам покажу еще один. Хотя это будет отдельное видео про стапелии. Ну, покажу так чуть-чуть. Вот такой вот маленький кнопочка совсем, цветочек. Ну, вот опять видео получилось чуть-чуть длинненькое. Серия. Вот так вот я вам показала кое-что. Ой, вы посмотрите, что я заметила наконец-то. Уже сколько их цвело, я пропускала цветение. Вот только буквально полчаса назад он был закрытый. Так, а ну-ка фокусируй. Попала на его цветение. Наконец-таки. Не хочет фокусировать. Посмотрите, что мне делать сейчас камера. Наконец-то. Ну вот, все цветы зацветали моментально и отцветали. Я их не успевала их заснять. Хотя я дома обычно жду, выхожу, проверяю. Ну, фокусируй. Не хочет фокусировать. Да что такое? Так, последнюю. Последний раз пробую. Так, давай, мой хороший, давай. Ну, покажись. Не хочет и все. Ну, а вот. Ну, наконец-то. Вот такой вот цветочек маленький, ничего такого в нем вроде, да? Ну, не могла попасть на его цветение. Наконец-то. Вот такой вот он кактусик. Сейчас название его не помню. Если кого-то интересует, не кактус, суккулент. Если кого-то интересует, я обязательно покажу. Ну все, на этом я прощаюсь с вами. Затянулось видео. Нравятся мои серии, мои видео. Ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал, новички. Всем всего хорошего. До свидания.